domare mi scopa, sabe queste le mie corna, pariando che la vanto con il sale e il sapore. Идешь по улице и слышишь где-то рядом живую музыку. Подходи ближе, слушай. Для тебя играют стритовщики. От английского слова «стрит» – улица. Зачем они это делают? Я молодой человек, и мне сидеть дома за компьютером или смотреть телевизор как-то слишком скучно. Нужно находить какие-нибудь интересные занятия. Вот это одно из них, то есть заряд положительных эмоций на весь день. Тем более ничего ты от этого не теряешь. Иногда уличные музыканты назначают «шляпника». Того, кто будет общаться с прохожими. Хотите отблагодарить ребят за приятную музыку и хорошее настроение? Шляпу можно наполнить деньгами, конфетами и другими приятными мелочами, что найдутся в карманах. Не хватает все-таки больше смеха, улыбок среди людей. Ну, это очень подбадривает, понимаете. Поэтому вся цель стрита лично для меня – это как раз положительные эмоции. Я хочу, чтобы я их давал людям и чтобы я тоже это от них получал. А деньги – это не главное. Есть. Там люди, которые просто игнорируют, ничего не замечают. Некоторые улыбаются, танцуют даже бывает, ну, кидают мелочи, говорят приятные слова, там, молодцы ребята. Уличные музыканты уверены, людям это нужно. Нужно, чтобы пока они идут по улице, кто-то заряжал их положительными эмоциями. Они должны быть, и они развлекают прохожих. И всегда, когда идешь мимо, встречаешь уличных музыкантов, поднимается настроение, и приятно послушать их. Это очень здорово, потому что каждый из нас может себя раскрыть таким образом. Причем за это не надо платить аренду за пребывание здесь, не надо доказывать никому, что ты профессионал. И чисто для души, для своего сердца. Очень нравится. Мы все время приходим и сидим и слушаем. Мы даже, не знаю, сами бы играли, если бы умели. Всем, кто жаждет уличной славы, Александр дает совет. Быть трезвым, выглядеть опрятно, излучать только положительные эмоции. И успех вас найдет. На уличном концерте побывали Марина Медведева и Игорь Антонов. Телемикс.